Привет, друзья! Если вы не хотите, чтобы Сехер и Яман оставались отдельно друг от друга, а также если вы хотите, чтобы Сехер забеременела и родила ребенка, давайте нажмем кнопку «Нравится» и увидим наш номер. Яман и Сехер расстанутся. Когда Сехер забеременеет? Сможет ли Яман заставить Сехер простить его? Уйдут ли Зухаль и Джанан из нашего сериала? Как Джанан повлияет на брак Сехер и Ямана? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. Сразу перейдем к новому эпизоду сериала «Доверенная». В новом эпизоде сериала «Доверенная» Яман сожалеет, что узнал все факты. Вот почему Яман использует все свои средства, чтобы заставить Сехер простить его. Сехер также видит, что Яман сожалеет. И поскольку Сехер любит Ямана, она дает ему шанс. Поэтому наступают счастливые дни для Сехер и Ямана. Сехер всегда продолжает стремиться к Яману. И произошедшие события еще больше укрепили связь между Сехер и Яманом. Также Яман понимает, что Фикрет невиновен. Тогда Яман считает, что оказать Фикрету услугу. Яман сразу же находит известного врача. И он оплачивает все расходы на операцию Мелек. Затем Яман извиняется перед Фикретом. Сехер также видит усилия Ямана и благодарит его. Эти события день ото дня делают отношения между Сехер и Яманом еще лучше. После этого проблема Фикрета полностью решается. В этом процессе Яман преподносит Сехер очень приятные сюрпризы. Потому что приближается годовщина свадьбы Ямана и Сехер. Яман не забывает годовщину их брака с Сехер, потому что он очень любит Сехер. Сехер же сначала забывает годовщину свадьбы. Позже Сехер вспоминает годовщину своей свадьбы. В результате Сехер преподносит Яману очень приятные сюрпризы. Но Сехер очень расстроена и с другой стороны. Потому что Сехер думает, что Яман забыл годовщину свадьбы. Яман ничего не говорит Сехер до последнего дня. Несмотря ни на что, Сехер приносит свой подарок Яману. Подарок Сехер Яману – наручные часы. Сехер дарит Яман наручные часы, которые она купила на годовщину их свадьбы. Через некоторое время наступает годовщина свадьбы Ямана и Сехер. Яман берет Сехер на ужин вечером. Вот почему Яман покупает Сехер очень красивый наряд. Яман планирует провести отпуск с Сехер, чтобы отпраздновать годовщину их свадьбы. Сехер наконец узнает, что Яман не забыл годовщину их свадьбы. Сехер очень любопытна, какой подарок ей купит Яман. Яман начинает задаваться вопросом, какой подарок ему купил Сехер.